Прошу прощения, если не дать. Не надо увольнять, это я виноват. Лучше убыть меня. В чем дело, о чем ты? Ты сошел с ума? Нет. Дело в том, что это была шутка. Ты сделал то, что сделал из-за меня. Сегодня один дураков. О чем он говорит? Черт возьми, не понимаю. Это я сказал, что вы ждете его завтра. А, понятно. Вы с Морганом держите меня за дуру. Тогда ты тоже уволен. Рамон и так уходит в конце месяца. Кто сказал, что я ухожу? А разве ты не собираешься в Италию за наследством? Матерь Божья. Это просто недоразумение. Я вовсе не собираюсь уходить. И вроде тоже не хочешь. Умоляю вас, сеньорита. Это моя вина. Я убедил его в том, что вы